Первый сводный рейтинг российских губернаторов обнародовал Фонд развития гражданского общества. По итогам подробной оценки руководители регионов разделили на 4 группы. В первой с наивысшими баллами 23 человека. Возглавил список губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Следом идут Анатолий Артамонов из Калужской области и Рустам Миниханов из Татарстана. Также в первой десятке главы Кемеровской, Белгородской, Магаданской и Тюменской областей, Чеченской республики, Чукотки и мэр Москвы Сергей Собянин. Ну а замыкают рейтинг руководители Удмуртии и Курганской области. Оценки базируются на целом ряде параметров. Эксперты, в частности, опрашивали жителей и подробно изучали, как обстоят дела в регионах.